Дети, оставшиеся без попечения родителей. Раньше, с момента изъятия их из семьи до обретения ими нового дома, они вынуждены были находиться в детском отделении городской больницы. Сегодня в городе работает центр временного пребывания несовершеннолетних, но это лишь официальное название. В реальности это обычная семья, которая готова приютить ребят и заботиться о них, пока это будет необходимо. Специально для этого муниципалитет выделил 5-комнатную квартиру, в которой под присмотром попечителей смогут одновременно жить 5 детей. Максим Швец продолжит тему. Здесь будет, да, большой коридор, здесь может дети будут, и игровая комната, и столовая. Мария Боровик вместе со своей подопечной Машей показывает и рассказывает, что и в каких комнатах будет находиться. Отдельная комната для мальчишек, отдельная для девчонок. Пока есть возможность, у 7-летней Марии будет своя собственная комната. И она этому несказанно рада. Маша первая, вот ребенок попал и из-за необходимости, потому что летом был период такой, что вот многие разъехались, мы были здесь, приняли Машу, она нам понравилась вот сразу, когда мы были в больнице, но у нас стесненная комната, то есть мы рады были, но приехала семья, и сейчас вот нам город, конечно, пошел навстречу и предоставил жилье, вот эту квартиру, и мы рады помочь, потому что хорошие дети, судя по Маше, хороший ребенок. 5-комнатную квартиру, в которой под попечительством смогут находиться до 5 детей одновременно, предоставил муниципалитет. Потребность в создании такого центра временного пребывания несовершеннолетних возникла давно. Согласно требованиям законодательства, ребенка необходимо определить семью в течение 30 календарных дней. А сделать это было крайне сложно, говорит начальник отдела опеки и попечительства Максим Ехлаков. Каждый такой случай – это был небольшой ЧП для нас. Авральными методами мы созванивались со специалистами из других территорий, мы взаимодействовали со специалистами служб системы профилактики у нас на территории. Ну и, в принципе, только за счет этого мы смогли уложиться в установленный законодательный срок. Сегодня можно с уверенностью сказать, что дети не только будут находиться под наблюдением и обеспечены всем необходимым, но и получать любовь и заботу, пока не обретут свой новый дом и семью. И все это благодаря милосердию и добродушию семьи Боровик. Кровати и письменные столы были предоставлены отделом опеки, но для создания комфорта и уюта необходимо еще многое. К примеру, при транспортировке пострадала стиральная машинка. Необходимы также конструкторы, детская мебель, наборы для творчества. Мы со своей стороны попытались сделать максимум, но на сегодняшний день ресурсы муниципалитета, они, конечно же, не безграничны. Да? А мы для себя понимаем, что необходима будет и спонсорская поддержка, и поддержка простых граждан. Мы, естественно, будем рады любой помощи. Мы не говорим, что принесите нам, пожалуйста, то и то. Мы будем рады любой помощи. Более подробную информацию можно узнать в отделе опеки и попечительства по телефону 2-33-95. Максим Швец, Дмитрий Свирит, программа «Время местное».